Доброе утро, драгоценная Церковь Божья, братья и сестры. Приветствую вас с Томской земли, город Томск. С вами пастор Константин, Томский христианский центр. Хочу обратиться сейчас к Священному Писанию, прочитать один небольшой текст из первого послания Фессалоникийцам, с первой главы. И где апостол Павел здесь пишет, 8 стих. «Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахайи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать, ибо сами они рассказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному». И там продолжает он. Очень интересный текст, и апостол Павел здесь говорит о том, что жизнь людей в этой церкви не только поменялась, преобразовалась, что они стали служить Богу сами, но написано, что от них пронеслось слово Господне, дальше распространилось, и пишет, что во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Мы видим, какое потрясающее влияние здесь Бог оказал сначала, во-первых, на этих людей, на фессалоникийцев, что они обратились к Нему, стали служить Ему, и их жизнь изменилась. Но на этом все не остановилось, это только было начало. И это продолжилось в том контексте, что они стали служить, стали проповедовать. И они, может быть, много там и не делали, мы до конца не знаем. Но написано, что слово Господне пронеслось. То есть они проповедовали, то есть это слово пронеслось. Там интересное слово греческое стоит, что издавать звук. То есть они говорили, они не молчали. И понятно, у них был образ жизни благочестивый, 100%, но они еще говорили. И здесь мы видим, что во всяком месте написано, прошла слава о их вере, о том, что они верующие люди, и их видели. И это для нас очень такое хорошее как направление, что ли, такой принцип, не зацикливаться на каких-то, может быть, своих переживаниях, что что-то не получается или что. Продолжать служить Богу, продолжать доверять Богу, продолжать проповедовать Евангелие. И Бог будет подтверждать чудесами, знамениями, люди будут меняться, люди будут каяться, посвящать Ему свою жизнь. И, может быть, когда-то придет время, когда о нас с вами скажут, что а нам не надо о них ничего рассказывать, мы видим их жизнь, мы знаем, что это люди верующие, и что слава о их вере, то есть не то, что они такие хорошие, слава о их вере, о их доверии Христу, она распространилась во всяком месте. Пускай так же будет и для нас. Благословляем вас во имя Иисуса Христа, чтобы наше служение имело потрясающее влияние на те дома, где мы находимся, где мы живем, на те рабочие места, где мы трудимся, церкви, где мы служим, и просто на всякое окружение, чтобы мы были настоящей этой солью Божьей, которая соляет и останавливает разложение, и светом, который, во-первых, светит всем в доме и притягивает к себе людей, путников, которые устали жить во тьме. Да пускай милость Господня сопровождает нас все дни. Благословляем вас в Томской земле, любим вас, молимся за вас во имя Иисуса Христа. Аминь.